Наступила осень, отцвели цветы. Мне никто не нужен, кроме ты. Именно так Тео говорит каждый вечер перед эфиром своей любимой гитаре. И ноты, и стихи рождаются у него как по заказу. Друзья, очередной авторский видеоблог и песня, написанная специально к сегодняшнему дню. Передаю слово своему замечательному Тео. Спасибо, Ольга. Да, действительно, авторский, да, действительно, блог, но не знаю, с чего начать, друзья. Вот не знаю, с чего начать, потому что тема действительно актуальная, и уверен, каждый, ну, не каждый, не дай бог каждому, но уверен, что многие с этим сталкивались, когда, выходя из магазина с хорошими полными пакетами покупок, вы подходите к своему автомобилю и видите, что то ли дверька поцарапана, то ли боковое зеркало сбито и висит в таком непонятном состоянии на проводе, то ли бампер ваш надломан, одним словом, и нет ни весточки, никакой информации, кто это сделал, свидетелей нет, что же делать. Естественно, возникает много проблем, это может украсть много времени. Мне кажется, что все-таки культура вождения должна присутствовать в каждом из нас, в каждом водителе. Это примерно как хорошие манеры, например, пойдя в театр, либо, например, на прием к английской королеве. Также, садясь за руль, вы должны владеть хорошими манерами. Поэтому, мне кажется, ну, крайне неприлично покидать место ДТП. Почему я так горячо об этом говорю? Да потому что, например, кстати, звезды Голливуда даже не могут себе такого позволить. Ну, наверное, просто ввиду какого-то воспитания, а может быть и по другим причинам. Например, известный актер Бен Аффлек совершил подобное ДТП. Водителя второго автомобиля на месте не было, и он решил просто оставить записку со своими контактными данными, может быть, не своими, а своего менеджера, но тем не менее он это сделал. Почему я так горячо говорю на эту тему? Да потому что ровненько вчера я попал в такую же ситуацию. Придя утром к машине, я обнаружил, что мое боковое зеркало, зеркало бокового вида просто сломано, висит на ниточке, веревочке на проводе. Следы, естественно, от того, что это было ДТП, что эта машина повредила мою машину. И, к сожалению, ни свидетелей, никто это сделал. Одна надежда на способности видеооператоров и видеокамер. Поэтому песня этого дня непременно об этом, о неприличных водителях, которые покидают место ДТП. Ля минор этим водителям. Я этим утром подошел к своей машине и вижу зеркало. На проводе висит. Ах, как негоже, как неправильно мужчине сломать, сбежать, вот так не сделал бы Брэд Питт. Неприлично, некрасиво ДТП покидать. Ведь видеограф дядя Коля все записал, он может сдать. Можно красиво, можно прилично. Водитель, брат, водителю, так позвони мне, слышишь, позвони мне, а то кончиту натравлю. Чего ж записку на стекле ты не оставил? А может, пишешь ты с ошибками, дружок? Да я бы понял, в те минуты не доправил. Но ты уехал, убежал, ну как ты мог? А неприлично, а некрасиво покидать ДТП, покидать видеограф дядя Коля. Все записал, он может сдать. Да можно красиво, можно красиво. Водитель, брат, водителю, так позвони мне, а то кончиту натравлю. Слышишь, так позвони мне, позвони мне, а то кончиту натравлю. Все!
Браво, Тео, его авторская композиция. Он оболежком сегодня. Давайте всей страной найдем злодея. Кстати, сейчас, да, обращаюсь к вам, уважаемые соседи. Если что-нибудь видели, позвоните вот и сообщите. А мы прямо сейчас сообщим вам о прогнозе погоды. На сегодняшний день будем надеяться, что он будет более радужный, чем вы даже себе это можете представить. В Витебске плюс 4, в Могилеве плюс 4, в Гомеле плюс 5, а в Бресте плюс 8, в Грозно плюс 7, а в Митьке плюс 5. Морозов нет опять. Зато опять есть Евгений Перлин, который уже подготовил для вас свежую порцию новостей. Мы же с Тео пока поиграем немножко на гитаре. Перлин. А скоро мы и снова мы в программе «Доброй раницы, Беларусь». Будьте с нами. Доброе утро.